Так, тест по Inmarsat. Ну, я тебе показывал там, ну вот еще раз. Вот заходишь сюда, чтобы у тебя вверх оно поднялось, нажимаешь один раз Escape. Вот тогда у тебя вверх. Потом на клавиатуре стрелками. Право. Общее. Линк-тест. Линк-тест. И нажимаешь Activate. Он тогда активируется. И у тебя на принтере там напишется Link-Test Started. И когда в конце там напишется вот такая информация. Вот Land Station, вот это все вот напишется у тебя в конце. Ты потом просто распечатаешь. Вот я вчера делал, 12 мая, последний Link-Test. 3 утра. Вот. То есть у тебя активируется, тут будут надписи всякие, там типа что тест идет, все тестируется. А в конце просто ты, когда уже закончится, он тебя сам распечатает. Либо если тебе надо его распечатать, ну вот допустим, если сейчас тебе надо его распечатать, последний тест, ты выбираешь не QA, а Print, нажимаешь OK, Enter, и сейчас он тебе распечатается. И там подшиваешь эти Inmarsat тесты. Все вот это делаешь weekly и monthly. Пока он нам не нужен.